8 сентября Русский драматический театр открывает новый 94-й театральный сезон. Он начнется с премьеры. Спектакль «Чехов Клаб» – уже пятая постановка режиссера Сергея Юнгенса. Чем на этот раз он удивит зрителей? Сергей Юнгенс попытался объединить классическую чеховскую прозу с современными сценическими течениями, такими как Comedy Club, Comedy Woman. Красочность, динамика, непредсказуемость сюжета соседствуют с привычными для зрителя образами, живыми и понятными, как сам Чехов. По словам режиссера, зеркало на сцене появилось не случайно. В нем можно увидеть отражение современных героев. Этим спектаклем мы хотим актуализировать чеховские рассказы и попытаться донести до зрителя, что все те проблемы, о которых говорил Чехов, любовь, счастье, семейная жизнь, карьера, это все актуально сейчас. И очень хочется, чтобы на этот спектакль приходил семейный зритель. Хочется, чтобы это было интересно и молодежи, и школьникам, и взрослому поколению. Он всем близок, он актуален, он лаконичен в своих рассказах. И он очень театральный, очень живой, жизненный. Он всем нравится. Спектакль «Чехов Клаб» требует от актеров высокого мастерства. И это не просто словесный штамп. За считанные минуты роковая красотка может превратиться в дряхлую старушку. Наверное, этот спектакль из всех самый сложный тем, что здесь несколько образов, каждому приходится играть. То есть мы постоянно отыграли один отрывок, зашли за кулисы, резко быстро переодеваемся и уже готовимся на следующий отрывок. Жанр очень для Чехова, скажем так, очень неожиданный, поэтому нам кажется, что он может быть определенной публике достаточно интересен. Вот. Мы вообще, так сказать, стараемся экспериментировать, насколько это возможно. Мы вас всех ждем с удовольствием на новый спектакль, на премьеру. Помимо спектакля «Чехов Клаб», в этом сезоне коллектив планирует выпустить драму «Отель двух миров» Эрика Шмидта, режиссер Владимир Красотин, и сказку для детей в постановке молодого актера театра Сергея Куклина. Традиционно театр примет участие в Международном фестивале русских театров России и зарубежных стран, который ежегодно проходит в Йошкар-Оле. Там он и представит первую премьеру сезона спектакль «Чехов Клаб». Татьяна Филатова, Олег Якимов, Республика.